Что бы мне казалось важным для того, чтобы разговор со зрителем и просмотр этого фильма, и человек, выбравший эту картину и желающий полтора часа своей жизни потратить на то, чтобы посмотреть этот фильм, что бы мне нужно было ему сказать, мне кажется, что важно? Первое, что важно, это ни одной секунды не подключать свой жизненный опыт и не думать, может это быть или нет, а включиться просто в этих людей, просто поверить этим людям и быть вместе с ними. Второй момент, пожалуйста, не рассуждайте, что, как, почему такой возраст, почему разные актрисы. Здесь каждую героиню играют три актрисы, разный возраст, 20, 40 и 60 лет. Не задавайтесь вопросами, похожи они или нет, какие у них глаза. Дело в том, что мы очень много сил потратили со всей нашей группой, чтобы не внешними мотивировками и гримом, что элементарно сделать, скажем, похожесть, а попытаться сделать похожим внутренний мир. То есть 20-летняя, 40-летняя, 60-летняя женщина, нам нужно было сделать вот эту внутреннюю уместность, эту внутреннюю безусловность, когда человек подхватывает свою эмоцию, например, 20-летний в 60-летнем возрасте. И в этом есть самая сложная, была самая сложная задача, потому что и по монтажу, и по ритму, и по мизансценам это было очень трудно. И чтобы актрисы не одинаково брали чашку, и каждый человек же имеет свою повадку пластическую, а мы искали похожесть, вот как, например, человек относится к мужчине, как он подходит к мужчине, как он кладет свою руку ему на плечо, как он подносит чай, как он кормит, как она кормит мужчину, как они могут гулять. Потому что и 20-летний, и 40-летний способ отношения с мужчиной, он всегда безусловен, он, мне кажется, дается на всю жизнь. И каждая женщина, даже если она, ее участь меняется, она все равно она приносит свою повадку, которая ей дана природой, Господом Богом, она привозит в свой сюжет и в свои отношения с мужчиной, независимо от того, какой он или он другой. Поэтому посмотрите. Мне кажется, это нам очень удалось именно подхватывать эмоции, именно быть убедительными в эмоциях. Вот. И мне кажется, что актрисы, которые играли как бы одну женщину, три, они вот удивительно подхватили эту внутреннюю мотивировку, психологическую внутреннюю мотивировку. Каждая из них была на съемках, смотрела, как играет другая, и вот это родство, вот эта общая повадка, эта общая манера смотреть, пауз, ритмов, она очень точно сыграна актерами, и мне это было очень важно, и мне кажется, что это удалось. Мы никогда не рассматривали позицию разных актеров, во-первых, мужчина в двух возрастах, да, в последнем, в старом возрасте его нет, просто потому что он умирает. Во-вторых, нам надо ясно женщинам понимать, что мужчину плоть не так подводит, как нас. Мужчина медленнее старится, мужчина как-то адекватнее старится, не так драматично и не так отчаянно. Кроме того, его участь переменилась не по возрасту, а тогда, когда он сделал неадекватный поступок и попал в тюрьму. И вы видите, он приходит из тюрьмы, это другой человек. Мы получаем уже другого человека из-за перемены участи. И актер, по-моему, замечательно, Миша Явланов это играет. Это другой природы человек, это человек, готовый к другим поступкам, это человек, узнавший что-то такое, во что не могут включиться эти женщины, и перестрадавший уже что-то такое важное, отдельное для себя, уже какая-то часть его энергии, его души уже ушла на то, чтобы пережить это внутри себя и быть одиноким там, что все остальное для него имеет все равно вот этот тюремный отсвет. И он это прекрасно сыграл, и совершенно мне не понадобился другой человек, чтобы быть убедительной в том, что он повзрослел после тюрьмы. Вообще тюрьма, Толстой же не зря говорил, что человек, узнавший тюрьму и суму, это меняет его природу, меняет его характер. Это очень важно. Это куда важнее, чем время или чем отношения с возрастом. Кроме того, отношения с возрастом для мужчин не так драматичны, как для женщин, мне кажется. Поэтому мы не взяли другого актера
и я хотела, чтобы он был такой вечный желанный мужчина, не оценивая, хорош он или плохо, умен он, талантлив или нет. Это просто такая участь, это немножко античная история, когда Федра любит Ипполита, это неплохо и нехорошо, это участь. Поэтому он, мне некоторые говорят, ну он такой, почему они так за него все, он ничего особенного из себя не представляет. Мы в любви никогда не рассуждаем. Любая пара, любую любовную пару, которую мы встретим, имеет вопрос для нас, почему эти люди вместе. Всегда этот вопрос есть, какая бы это ни была пара. Поэтому этот вопрос есть и у нас, конечно, и это вполне естественный, реальный, живой вопрос. Я первый раз снимала с Олегом Лукичевым впервые. Это первая моя с ним работа. И я считаю, что то, что мы нашлись, то, что обстоятельства сложились так, что мы стали работать вместе, только догадываясь о том, какие мы, да, и сделали какой-то такой выбор, может быть, отчаянный, и мы не знали, что нам обещает этот выбор. Вот я считаю, что это половина дела, потому что я могу сказать, что я нашла просто свои глаза, и если Олег дальше сочтет возможным для себя работать со мной, это для меня огромная радость, потому что это человек, который меня абсолютно понимает, который готов на такой характер отношений, который абсолютно насмотрен, абсолютно художественно существует в каком-то пространстве, очень своеобразном, отдельном. Он интеллектуален, он красив, он модник, он смешлив, застенчив и свободен. И это все в копилку, и это все в картину. Поэтому я иду на работу и хочу его встретить. И я хочу с ним разговаривать обо всем. Мне важно знать, какую он хочет, чтобы мы поставили вазу на столе, или какой костюм будет у актера. И когда мы спрашиваем друг друга, это черное или это белое, никогда, ни разу за всю картину мы не сказали, я черная, он белая. Это было всегда какое-то поразительное, глубинное единодушие, как будто мы до этого прожили какую-то такую художественную жизнь вместе. Поэтому это очень важно. Для меня вообще люди на картине – это половина дела. Я не делаю одна картина кино, один человек не делает. Поэтому когда вливается такая мощная энергия, своенравная, властная, отдельная, как энергия вот, операторская и визуальная от Олега, мне это, конечно, очень важно, и это очень украсило картину. Очень. Это такая отдельная, мне кажется, победа, то, что он был на этой картине свободен, то, что это было для него, безусловно, интересно, важно, и он хотел как-то проявиться и сделать максимально так, как он понимает про этот материал. И мы, правда, самозабвенно очень много работали, мы несколько раз переписали режиссерский сценарий, мы беспрерывно вечером разговаривали о том, что будет происходить на площадке, готовились, и все это было ненатужно, внимательно, серьезно. И это очень серьезный такой уровень работы, который меня вполне устраивает. И я очень надеюсь на то, что мы в этом тонусе, градусе и таком взаимном уважении и безусловном внимании к друг другу будем дальше работать, потому что это очень на пользу картины, очень. При этом это не нарушило моей какой-то художественной воли, и надеюсь, что это не нарушило и его художественной воли тоже. Я бы хотела сказать еще раз о том, что какие люди со мной работают. Это просто вот нету ни одного человека, вы увидите, будете читать титры, да? Ни одного человека нет, про которого бы я могла сказать что-то плохое, либо я про которого, кем бы я была недовольна, или который бы не работал с максимальной фантастической отдачей на этой картине. Все постановщики, светотехники. Это удивительные силы дает. Когда я чувствую за спиной, как людям интересно, абсолютная тишина на площадке, и все жадно ждут, как закончится очередной дубль, это такая энергия. И я все время слышу, что мы как будто летим какой-то мощной, таким мощным отрядом каким-то, который движется куда-то. И мы очень вместе все, и какие-то мощные потоки носятся внутри нас, когда мы как братья, что ли, все. Это, знаете, очень дорогая вещь, поэтому все, что сделано, и все, что вам понравится,
здесь, и все, что царапнет немножко вашу душу или что-то заденет, вот знайте, что это сделано с энергией большого количества людей, которые верили в меня, и поэтому вы или раздражены и возмущены, или подавлены, или вы рыдаете, или вы просто тихо благодарны. Это только потому, что за мной я слышу эту энергию веры.